Ну что вы нашли? Дети уже проснулись. Что под елкой лежит? Дед Мороз принес, да? Да. Ночью, пока все спали. Ну, открывайте. Кирилл уже открыл. Спасибо, Дедушка Мороз, да? Ну, тебе понравилось? Такой, такой ты хотел? Нет. А у него такой? Дед Мороз даже еще лучше тебе принес, да? А да. Здесь две кнопки, давай. Ну, туда пойдем. На пульте он две еще. Две кнопки. Или нет пульта там? Ну-ка покажи. Есть пульт, вот он. Ага. А, да, а у Кирилла что? Арбалет твой любимый, да? И вот. Который ты хотел. Есть. Да? Да, не знаю, что такое робот есть. Да надо вклеить скотч, наверное. Много чего. Так он крутящийся пульками, вообще круто. А это... Можно как арбалет использовать, а можно как стрелялку, да? Как здесь? А, я понял. Даня, еще открыть не можешь, Даня, робота своего. Коробку порвал, Даня. Вот он, твой робот. Наконец-то. Надо еще это. Но надо папу здесь. Папа. Папа. А, где? Ну, сюда там. А, точно. И заряжай где-то. Вот сюда. Ну, где у нас Человек-паук? Вот он. У нас теперь дома настоящий Человек-паук. У нас два Человека-паука. Сейчас один еще один придет. Да? Вот, еще один. Точно. Кстати, а у нас... А этот робот еще умеет танцевать? Песни петь. Есть еще два робота. А, у тебя еще есть фикс-прайса робот. Отвернулся от тебя, Даня. А у меня пистолет. Я бы нажал сюда. Я вот сюда бы тебя нажал. Ага. А у меня пистолет. А, у тебя автомат? Задавить сейчас того робота, да? Все. Авария. И авария. Авария случилась. Крутой робот, Дед Мороз. Крутой, крутой. Вот Человек-паук у нас здесь ходит. Человек-паук! А ты что делаешь? Я карточку нашел от Кирилли на Катума. Человек-паук ходит тут. Ну и едь. Вот Кирилл появился у нас. Он может вот так вот подходить. Или вот так вот ехать. Угу. Так, паровоз. Кирилл все складывает, свое имущество. Папа все разобрать у нас не может. А там что? А дайте попробую, сыночек. Иди сюда, я тебе заправлю. Попробую. Да, там надо сделать. Пока красиво все сделать. Только стой. Да. Чуть-чуть так вот подверни. Сейчас покажу, что мы купили на новогодний стол. Закупка продуктов сегодня была. Сейчас быстро скажу, какое у нас меню будет. Меню очень легкое в этот раз. Я решила сделать быстрое, легкое. И все блюда вам знакомые. Из горячего это курица. Из салатов. Так, селедка под шубой, конечно же. Зимний салат и крабовый. Ну, может, какой-то еще потом придумаю, сделаю. А пока три. Из закусок это шпроты. Так, бутерброды со шпротами, с помидорами, ну, колбаса, такая закуска, мандарины, также фрукты. Вот, сейчас быстро покажу продукты, что нам для этого понадобится. Давайте сначала я все выложу, а потом буду показывать, чтобы быстрее все было. Первое, зеленый горошек в фикс-прайсе купила, также кукурузу где-то на мне здесь лежит в пакетах. 25,50 выгодно. Хороший горошек. Вкусный, нормальный. Так, сельдь филе для салата. Не люблю разделывать рыбу. Вот готовую покупаю. Она без косточек, нормальная. И по акции была в магните. 74. Следующая феликс. К
коту. Со стола убираю. Масло сливочное. Огурцы, вот такие домашние огурчики, 6 соток. Больше не было нормальных никаких. Помидоры. Свекла или свекла, как правильно говорить. Я говорю свекла всегда. Майонез 2 ведра купила, чтобы хватило наверняка. Ну, останется. По акции 64 за одно ведро. Детям купила еще вот такой дюшес, шампанское. Именно в стеклянной бутылке покупаем. И еще сок в фикс прайсе 55. Это первый пакет. А вот еще в фикс прайсе Рексона 100 рублей 99. Следующий пакет. Барьер. Заменить нужно кассету. Так, купила лайт, 199 стоит. Колбаса вот такая. Выгодно получилось, 99. Ориантовская. Все по акциям покупала в этот раз. А еще купила картофеля. 5 килограмм мешок. Следующий пакет. Из мяса. Вот курица. Еще кусок мяса, корейка свиная, пригодится. Я вам буду говорить примерные цены, сколько что стоит. Такое шампанское детское 99 стоит в пятерочке. 6 соток 149, по-моему, тоже в пятерочке. Помидоры очень дорогие, 170 рублей стали стоить уже. Еще купила яйца, очень много яиц, 3 пачки. Они у нас теперь стоят 70 рублей. Очень дорого. До этого 39 стоили. Вот 3 пачки. Еще купила голени куриные, 2 упаковки. По 149 за килограмм. 2 огурца. Моркови для салата. Чеснок для курицы. Ну и лук, молоко и хлеб в этом пакете еще. Доставать не буду. Следующее в фикс прайсе, что я купила. Ну это, во-первых, горошек. Вот этот вот Рексона дезодорант. Следующее нужно заменить было мочалки. Еще купили мы шампанское вот такое Комплиано. В пятерочке по акции было 169, по-моему, стоило. Так, фикс прайсе теперь продолжаем еще. Шпроты, вот такие шпроты в масле, очень вкусные. Мне писали в комментариях, мы покупали как-то на пробу. Нам понравились, действительно вкусные. Шпроты как шпроты. Вилки фирма. Закрывашка такой, большая упаковка. Стоит всего-навсего 77 рублей, поэтому я купила 3 штуки, они вкусные. И там у нас их уже разбирают, такие шпроты. Следующие икру. Но это не фикс прайсе, купила в пятерочке. По 169 всего-навсего стоит. Это очень даже выгодно. Ну и как Новый год без мандаринов? Вот мандарины килограмм, даже больше здесь. Так, у нас килограмм стоит 124. Марокко именно я беру. И еще бананы купила в пятерочке. Такая упаковка. 69, по-моему, стоит. Все, вот такие покупки у меня сегодня были на новогодний стол. Мы вообще дали, когда уже пора есть. Мы сейчас смотрим, салюты пускают у нас, да? Да, круто. Вон там только сейчас был, уже закончился. Новый год. Везде кругом пускают салюты. Все кругом светится. Еще вот с той стороны. Может, уже там? Да. Там, пошлите туда. Пошлите тут той стороны, быстрее бежим. Я боюсь. Боишься здесь? Я так темно, красный. Так красиво. Вот.
Папа с Кириллом съезжают с крутой горки. Очень опасной. Я так боюсь, стою, боюсь. Там не видно вот так. Да тут доехали. Ничего себе. Опасная горка. Сейчас едут Даня с папой. Кирилл уже ездил 2 раза. Кирюш, отойди, отойди от них. А то сейчас мама, следую. С ними вместе уедешь? Следую. 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 Столько народа сегодня много. Что, круто, Кирилл, было? Да. Объехали, смотри. Вон они поехали. Кричал, да? Кричал, да? Ничего себе, куда уехали так далеко. Угу. Очень далеко. Вон они, даже не вижу. Да, я тоже вижу. Всем привет скажете? Да. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас драка. Да. Что у вас? Человек-паук против Данилы. Я сделала перестановку сегодня. Поставила стол сюда, комод сюда пока на время. Там кровать Влада. Так лучше. И места больше, посмотрите, ездить детям. Но пока двигала, поцарапала пол здесь и здесь. Ну ничего страшного. Тоже нормально, да? Не видно, да. Все равно потом, если все, что. Коврик сюда купить хочу. Коврик вот на это место. Круглый. Круглый какой-нибудь, да. Ты овальный. Этот костюм принес. Ты... Что тебе? Дед Мороз. Дед Мороз. Тати, Тати, Дед Мороз, спасибо за подарки. Да, спасибо. Спасибо, Дед Мороз, большое за подарки. Робота Дани, да, принес? Да. А мне еще один, еще пистолет. И много-много подарков мама вам сделала, да? Да. Конкурсы спасибо. Были у нас на Новый спасибо, год. Да. Весело на Новый год у нас было? Да. Я не снимаю на Новый год никогда. Как мы играем, да? Как у нас интересно. Но на следующий год, может, сниму. В этом году не стала снимать. Охота была отдохнуть просто. Без камеры, без ничего. Просто отдохнуть душой и телом, так скажем. Какие машинки, покажи. Вот такие. Ну-ка, давай, показывай, какие на конкурсе подарки были. Неси сюда да, мне. Вот эту машинку. Еще вот такая машина была пожарная. Влад собрал. Так, ну, да, ну, я ее... так еще это что я было? Сам собрал. Вот такой сам из Майнкрафта было Лего сам тоже. Я сам. Я собрал. Держи. Ну, там, ой, Дань чуть не уронил. Ну, там было, надо по-другому. Так, еще что было? Много чего было, да, у нас такие на конкурсе? Пульки были, пистолеты, да, ведь были? Да. Пистолеты такие были. Так, еще Дед Мороз что принес? Вот а такой мешок с подарками. Это все подарки там. Это... Давайте доставать будем так, и показывать. Вот пистолетом еще пульки были. Вот такой это пистолет с фикс-прайса был. Вот такая коробочка. Вот такая коробочка была. Там, это еще здесь пожарный. Все вытаскиваем. Пожарный. Пожарный. Вот такой. Все пульки от пистолета. Еще были лизуны и все сломали, да, уже? Потеряли. Еще нам мама шопкинсы дала, зачем я знаю. Шопкинсы, правильно скажи, ну, шопкинсы. Ну, мы же не девочки, мам. Ну как, шопкинсы для мальчиков, ну, для да. девочек. Да, да, для мальчиков даже. Это Кириллу попалась такая туфелька. Вот что? Это а, это от костюма Дед Мороз приносил. Ну, еще пистолет мама. Какой костюм у тебя классный? Еще пистолет мама дала. Ага. Ну, короче ничего. Говоря, вот так вот как-то. И еще игрушки лишние. Еще сладости много было, да, всяких разных. Очень много всего было. Было круто, классно, но я ничего не снимала. Да, это Лего 6+. Охота было просто отдохнуть. Давай.
И Влад у нас тоже лежит удобно, ему нравится и все. Удобно. И Кириллу тоже нравится. Вот здесь он спит. Даня на втором этаже спит. Вот, мне как удобно. Тебе тоже удобно, Человек-паук? Да. Сейчас это не Кирилл. Вы думаете, что Кирилл, что ли? Нет. Это теперь Человек-паук у нас пока. Он перевоплотился. Кирилла пока нет, он ушел куда-то. Нету Кирилла. Перевоплощается! Все, наполовину Кирилл. Опять Человек-паук. Ну, надо нам Кирилла. Так мы играем по вечерам. Да. Ну что, праздники закончены. Ну, нет, еще не закончены. Еще 7-го будет праздник, да? Сегодня какой? У нас какое? 5-е сегодня, да? Какой праздник будет? Так, праздник еще будет 7-е Рождество Христово. Это что такое? Ну, это Иисус Христос родился. Это Рождество называется. Тоже? Да. А, я понял. Это когда Санта-Клаус там же, где-то, в Америке где-то. В Америке Санта-Клаус или кто там? В Америке Санта-Клаус. И мы тоже будем под Новый год, тоже будем Новый год такой же встречать. И у меня сейчас, я снимаю на новую камеру. Как вам эта камера? Новый телефон у меня. Мне подарил кто? Папа. Папа Дед Мороз подарил, да? Да. Вот телефон. Знаешь, какой телефон? Какой? Honor. Honor, как у Влада. Мне понравился. Он очень крутой, классный. Я тоже купила. Только золотой, а у Владика черный. У меня золотой, да. А Владу, давайте покажем, что Владу мы купили. Вот такие наушники классные, Panasonic. Звучание хорошее, классное, Влад говорил. Вот такой подарок был для Влада. От Деда Мороза тоже, да? Дед Мороз папе, а папа Владику. Телевизор у нас сломался. Я хочу сделать из монитора. Это у нас старый монитор. Acer, вот он. Хочу из него сделать телевизор. А как это сделать? Я покажу в отдельных видео. Потом смотрите, как сделать из монитора телек обычный. Вот и Влад у нас, пожалуйста. В новом году. Дети отрываются. А как тебе наушники, расскажешь? Нормальный Panasonic, да? А Дед Мороза подарок тебе был это. Ты что думаешь? Классный. Классный? Звучание как? Хороший, оправдывает цену. Да, сколько они стоят? Какой тебе полторы? Я Дед Мороз тебе подарил. Ты что говоришь-то? Дети слушают вообще-то. Ой-ой-ой. Так, Кирилл, кто подарил этот наушники? Дед Мороз. Ты сейчас выдашь нас. И все. Даня, давай библиотеку начинай. У меня пока еще тематика здесь новогодняя. Я пока еще ничего не убирала. Кто-то положил мне сюда уже звездочку. Вот тогда музыку играет. Води. Дай телефон музыку какой-то. Вы что, отрываетесь, да? По полной? О, там что-то делает. Одну ногу только видно. Сейчас они тебя тоже даймут. Музыку включают, Влад. Давай Скибиди нам. Даня любит Скибиди. Скибиди Даня любит танцевать. А ты какую хочешь включить нам? Под фонарем. Под фонарем? А права тебе это, мам, там ничего? А, авторские права же, да? Заблокируются. Ну давай минут 5. Как ой, секунд включать? Можно, 10 секунд, 30 секунд, по-моему, можно. Давай, 30 секунд и все. Ничего не будет. Можно только использовать музыку, кстати говоря, кому вот интересно, 30 секунд видео своих. Сейчас, а больше нельзя. Давай пока. Или 10 секунд, не помню. Нет, я когда 30 секунд выкладываю, у меня ничего не бывает. Сейчас вам Влад включит под фонарем. Под фонарем. Только я не помню, как группа называется. Раса, по-моему, да? А еще Даня любит этот Скибиди танцевать. А так, давай без музыки станцуй, Дань, пожалуйста. Да, без музыки. Нет музыки. Давай, Дань. Под фонарем. Да, мне канал заблокирует. Под фонарем. Под фонарем.
Все, давайте, поехали. А я пойду. Уйди по гранте. Лайк по гранте. Влада уже замучили все. Скибиди! Утро мы поем, снег стоп, музыка на весь район. Нет, ничего не будет. Ну все, всем пока, потому что меня сейчас канал заблокируют.